Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях среды вам расскажу я, Юлия Важенина, и корреспонденты национального телевидения Чувашии. Смотрите сегодня. Встал на якорь пограничный сторожевой корабль «Чебоксары», прибыл в Чувашию. Нацпроект БКД в столице республики одновременно реконструируется сразу несколько участков дорог. От 6 до 10 тысяч шагов в Чувашии реализуется проект «Каждому муниципалитету маршрут здоровья». Пограничный сторожевой корабль «Чебоксары» прибыл в Чувашию. Почти месяц он был на пути к своей последней пристани. Здесь сторожевик погранвойск ФСБ сменит миссию. Ему уготована судьба плавучего музея. Он отслужил на охране границ немалых 30 лет. Настоящий боевой. Моряки рассказывают, что в моменты, когда ни один корабль не мог выйти из порта для спасения терпящих бедствия, «Чебоксары» всегда приходил на помощь. Он считался на Балтийском флоте самым ходовым. Корабль второго ранга «Чебоксары» охранял западные границы страны. Для этого он был вооружен до зубов. 4 торпедных аппарата и глубинные бомбометы, чтобы сбивать подлодки. Плюс к этому зенитная установка и артиллерийское оружие с дальностью поражения 15 километров и скоростью 120 выстрелов в минуту. Правда, сейчас оно не опасно, потому что демилитаризовано. В пути корабль развооружили, на стоянке в Чкаловске подкрасили и подремонтировали. Качественная техника, которая была готовлена еще при Советском Союзе, это забота экипажа о состоянии корабля. Своевременно проводились все ремонтные работы, покрасочные работы, что позволило его достаточно долго служить на благо Родине. Дефектация судна показала, что корпус корабля находится в очень хорошем состоянии, что позволит использовать корабль около 10 лет в качестве музея. К этой благородной цели на буксире он преодолел 470 миль, 1000 километров по Балтике и еще 1500 по Неве, Ладожскому озеру и Волге. Пришвартовался сторожевик в речном порту столицы Чувашии под звуки оркестра с почестями, положенными ветерану пограничной службы ФСБ. Поздравляю всех нас с прибытием пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» в порт назначения «Чебоксары». Ура! 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 Этого момента ждали 4 года. Корабль списали в 2016-м. Наконец, он бросил якорь на своей вечной стоянке. Нас налагает дополнительные обязанности сделать все, чтобы этот корабль стал таким достойным местом притяжения на территории города Чебоксары и Чувашской республики. Мы, конечно же, все вместе гордимся и вот этим событием, и теми людьми, которые проявили себя в службе и в пограничных войсках, и в ФСБ Российской Федерации, и теми, кто сегодня служит на пограничном катере, вернее, на ракетном катере Чувашии и базовом тральщике Новочебоксарск. Ходит легенда, что большинство уроженцев Чувашии, служивших на Чебоксарах, Александры. Истории, связанные со сторожевиком, будут рассказывать на экскурсиях по кораблю. Плавучий музей, как «Аврора», только новее, планируют открыть уже в следующем году. Ирина Волкова, Павел Иритков, Михаил Солин. Республика. Сегодня завершились встречи кандидатов с депутатами районных и городских собраний. Коммуникационной площадкой в Чебоксарах стал столичный ДК «Салют». Напомним, кандидатам необходимо собрать более 260 нотариально заверенных подписей избранников народа, чтобы их зарегистрировали в Центр избиркоме. Муниципальный фильтр появился в стране в 2012 году, когда вернули прямые выборы глав регионов. В законе предусматривается, что все претенденты на высший пост должны заручиться поддержкой муниципалитетов. О том, как прошла встреча в столице республики, в нашем репортаже. Буквально накануне ЦИК Чувашии зарегистрировал еще двух кандидатов, а уже сегодня один из них пришел на встречу, чтобы познакомить депутатов со своей программой. Это Петр Петрянкин. Надо признать, большинство претендентов поддержали инициативу Олега Николаева о введении честной борьбы. Даже критически настроенные приняли участие в работе таких коммуникационных площадок. На счету Николая Степанова, выдвинутого Российской партией пенсионеров за социальную справедливость, ни одна избирательная кампания. Но таких равных условий, созданных для каждого кандидата, он не припомнит. Другие годы таких встреч не было. И у других кандидатов, кроме действующей главы, таких возможностей не было. Во время встречи
с депутатами, от них поступали вопросы. В основном они ставили вопросы, которые касались вот своего района, своей деревни. Это дороги, это вода, это отсутствие врачей. Вот эти проблемы, они были основные. Да еще, ну, конечно, самая главная проблема – это отсутствие работы в сельской местности. Во время таких встреч представители районных и городских собраний могли познакомиться лично с кандидатами, с их предложениями и решить для себя, за кого ставить подпись. Инструмент, который я хотел бы максимально использовать в своей работе и в целом на территории Чувашской республики – это проведение референдума. Чтобы жители самостоятельно могли определить, каким образом им жить, каким образом они видят определенные разные вопросы. Вот в 2008 году достаточно демократично было голосование, проведен референдум по присоединению города Новочебоксарска и города Чебоксары. Можно по-разному к этому относиться, к результату, но тем не менее, мы, жители, услышали. К примеру, сейчас очень много вопросов по китайским так называемым инвесторам. И мы можем провести такой референдум. Хотят ли жители Чувашской республики, чтобы наша земля продавалась в собственность иностранным компаниям? В республике безобразный уровень коррупции. Сам я ни в каком виде не признаю, презираю, ненавижу коррупцию. Коррупция – это изъятие народного доверия, это потеря жизненных сил многонационального чувашского народа. После представления программ депутаты получили возможность задать вопросы участникам встречи. Народных избранников интересовало, что знают кандидаты о национальных и региональных проектах, которые сейчас реализуются в республике, как привлечь в регион инвестиции, снизить уровень бедности. Практика очень интересная. Если в предыдущие года муниципальный фильтр кандидаты на пост главы Чувашской республики проходили в другом формате, то сейчас формат открытый. Мы как депутаты можем прийти, послушать, выслушать программу каждого. По-моему, очень обстоятельно. Беседы мы воочию можем увидеть, услышать и уже решить, кого поддержать, а кого нет. Мне данный формат нравится. Ну, безусловно, это опыт положительный, скорее всего, но одноразовая акция такая, это достаточно мало. Я бы расширил такой опыт до встреч, как минимум ежеквартально, то есть, условно, руководители фракций в Государственном Совете Чувашской Республики должны иметь такую возможность, что организована площадка, они общаются с депутатами. У нас очень большой разрыв, как между законодательным органом, так и между муниципальными собраниями. В Совете муниципальных образований Чувашии считают, что отношение к выборам изменилось. Мы много участвовали в выборных кампаниях разных и проходили разные этапы. Но вот создание равных условий для всех кандидатов на этапе муниципального фильтра – это первое. Второе – возможность депутатам без давления самим определиться, ознакомившись с программами, выслушав ответы наших уважаемых кандидатов, которые выдвинут на сегодняшний день, самим решить, за кого они будут в дальнейшем, кому дадут, ну так скажем, свои голоса на этапе прохождения муниципального фильтра. До 24 июля выдвинутым кандидатам необходимо собрать 263 подписи депутатов муниципальных собраний. А самым выдвиженцам представить в ЦИК Чувашии еще и 4500 подписей сторонников. Конечно, не все кандидаты дойдут до дня голосования. Но уже сейчас понятно, что оставшихся ждет честная борьба без использования грязных предвыборных технологий. Татьяна Иванова, Андрей Спиридонов, Республика. Ежегодная выставка-демонстрация «День поля-2020» по традиции открылась сегодня на опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Цивильском районе. На мероприятии съехались лучшие аграрии и сельхозпроизводители республики. На опытных полях Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства наглядно продемонстрировали современные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур, перспективные средства защиты и роста растений. Здесь собрались все, кому интересно развитие сельского хозяйства, кому интересно развитие сел и деревень, кому интересны перспективы развития нашей аграрной отрасли. Кто-то делится опытом. Более опытные, более молодые, начинающие, приходят сюда за идеями разными. В приоритете – вопросы взаимовыгодного сотрудничества. Минсельхоз Республики и Волжский комбайновый завод заключили соглашение, согласно которому чувашские сельхозтоваропроизводители смогут получать 5% скидку на покупку зерноуборки.
сборочных комбайнов. А вкупе с государственными субсидиями, кстати, размер республиканской Олег Николаев увеличил с 15 до 40%, местные аграрии смогут возместить 55% затрат на покупку техники. Очень было приятно удивлен, то, что практически вся представленная техника уже продана. Это говорит о том, что с одной стороны интересно сюда приезжать производителям разной техники, с другой стороны это говорит о том, что наши сельхозтоваропроизводители уже не просто научились работать по новым технологиям, но и понимают, что им нужно, и используют момент для того, чтобы сделать выгодные приобретения. Выставка-демонстрация продолжит свою работу и завтра. Ее участники смогут ознакомиться с опытами по защите яровых зерновых, картофеля и зернобобовых культур. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика. В эти дни предприятия аграрной отрасли начинают готовить земли под посев озимых. Для успешного выращивания сельхозкультур нужен комплекс различных удобрений. Особое внимание специалисты уделяют питательным добавкам природного происхождения. Это навоз, при умелом обращении с которым можно улучшить плодородие почв. Как это устроено на Вурнарском мясокомбинате, смотрите далее. Ежегодно с полей вымывается большое количество полезных веществ, гумуса и органических удобрений. По данным агрохимической службы Чуваши, почва страдает от нехватки питательных веществ. Но только минеральные удобрения эту проблему не решат. Также надо в почву вносить органические удобрения или заниматься биологизацией, то есть севом сидеральных культур и так далее. То есть почву надо постоянно воспроизводить. Содержание гумуса не должны снижать. У органики пролонгированное действие, в отличие от минеральных удобрений. Она и разлагается медленнее, и лучше способствует накоплению гумуса, улучшая тем самым структуру почвы. Вот данная почва, судя по цвету, содержит 4-5% гумуса. Лучше это приносить элементы питания со стороны, с органическими удобрениями, потому что органическое удобрение – это к ним относится навоз крупного рогатого скота, это куриный помет, это различные виды компосты. Вот именно они являются наилучшим удобрением. Основной способ накопления гумуса в почве и улучшения ее качества – внесение подстилочного полуперепревшего навоза. Эти поля принадлежат агрохолдингу «Вурнарский мясокомбинат». 30 тысяч гектаров засеяны кукурузой, ячменем, пшеницей. Основная часть урожая идет на корм скоту. Большое поголовье надо кормить. На молочно-товарной ферме в Молодых Косах выращивается 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Современный комплекс был введен в 2011 году. Для своих полей агрохолдинг использует органические удобрения, которые производятся здесь же. Автоматическое оборудование помогает создать целую систему накопления органики. У нас есть твердые отходы, твердый навоз, плюс жидкий навоз. Но жидкий навоз, он должен обязательно храниться в таком резервуаре, он не должен просачиваться в землю. Накопленный резервуар стоит полгода. Мы сдаем анализы в лаборатории. Лаборатория нас подтверждает, что мы имеем разрешение на вывоз поля. В агрокомплексе утверждают, что здесь соблюдаются все нормы безопасности. Сейчас ни одно крупное сельхозпредприятие не работает без лабораторного экспертного заключения. А значит, жители окрестных деревень могут быть спокойны за местную природу. Татьяна Иванова, Андрей Спиридонов, Республика. Следственным комитетом России по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Чебоксар и его 34-летней знакомой. Они подозреваются в организации проведения азартных игр, совершенных по предварительному сговору. По версии следствия, подозреваемые разместили игровые автоматы в нежилом помещении и проводили там азартные игры с использованием игрового оборудования с начала марта 2019 года по 10 июля 2020. Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена следователями СУСКА России по Чувашской Республике во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Чувашии. В ходе проведенных следственных действий изъяты 11 игровых автоматов, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе размера незаконно извлеченного подозреваемыми дохода. Расследование уголовного дела продолжается. В столице Чувашии сейчас одновременно реконструируются сразу несколько участков дорог, имеющих важное значение для транспортного сообщения. В национальном проекте на этот год в Чебоксарах обозначено 15 объектов. Это и, собственно, проезжие части, и тротуары, и внутрирайонные проезды. Повсеместно используются современные технологии восстановления полотна. Это холодная регенерация, и сверху кладется 7-сантиметровый слой асфальтобетона.
Активно ведутся работы на Игорском бульваре. После поворота с проспекта Мира дорога была, выражаясь языком автолюбителей, убита. Жители Новоюжного района обратились в администрацию столицы с просьбой отремонтировать ее. Ремонт выходит на финишную прямую. Срок завершения – середина августа. Конечно, ждали. Конечно, всегда рады, когда хорошие дороги. Это и как бы настроение такое хорошее получается. Меньше нервничаешь, меньше, наверное, аварий. По проспекту Ивана Яковлева от Новоюжного кольца в сторону аэропорта ведется укладка тротуаров, обустройство съездов, установка опор освещения и планировка газонов. В качестве выполненных работ сомнений у специалистов нет. Полным ходом идет ремонт моста и путепровода по проспекту тракторостроителей рядом с гипермаркетом «Лента». На данный момент уже выполнены демонтажные работы. Вы видите, как преображается наш город, как преображаются наши дороги. Ну и, конечно, еще предстоит немало сделать, в особенности в плане дворов и проездов. Поэтому не меньше объем работы ожидает еще нас и в будущем. На 10 объектах из 15 работы уже завершены. На остальных ремонт ведется в ускоренном режиме. В ближайшее время из федерального бюджета дополнительно выделят 340 миллионов рублей для реконструкции 7 дорог. Инна Сапотапова, Бахтияр Вилеев, Республика. От 6 до 10 тысяч шагов в день – это норма физической активности для человека. Новочебоксарск – один из 7 российских городов, который стоял у истоков движения «Здоровые города». В двух школах города Спутника, 14 и 17, уже не первый год реализуется пилотный проект «Школьная медицина». Ежегодно дети проходят медосмотры, где выявляют заболевания на ранней стадии. Тем, у кого есть проблемы органов зрения, костно-мышечной системы и полости рта, подбираются индивидуальные занятия, разрабатываются специальные программы по физкультуре. Кроме этого, проводятся осмотры стоматологом. Задача педиатра – сохранить то здоровье, с которым ребенок родился. Вот он родился в роддоме с определенным уровнем здоровья. И наша задача, чтобы это здоровье сохранилось до взрослого возраста и как можно меньше болезней присоединилось. По проекту формирования современной городской среды в Новочебоксарске строятся спортивные площадки во всех микрорайонах. Благоустройство улиц и общественных пространств включают элементы для поддержания физической формы. Ельниковская роща – это памятник природы. Она занимает площадь 144 гектара. Мы провели зонирование нашей рощи. Здесь определили 7 гектаров. Это активная зона. Здесь у нас аттракционы, предприятия общественного питания и остальная территория – это экологическая зона. Здесь мы установили спортивные площадки по просьбе любителей спорта. Вот эта спортивная площадка стоимостью 1 миллион рублей была установлена в прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Также в прошлом году за счет средств этого национального проекта мы провели асфальтировку основных дорожек в Ельниковской роще на сумму 21 миллион рублей. Поддержание физического тонуса не требует много усилий и времени. Теренкур, велосипедные прогулки, даже простая зарядка помогут надолго сохранить здоровье. И возможности для этого в Новочебоксарске есть. Мария Федорова, Николай Скворцов, Республика. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» запустило патриотический онлайн-проект «Великое Отечественное глазами спортсменов». Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо направить историю о спортсменах времен Великой Отечественной войны, фотографии и отрывки из писем по электронной почте на адрес организаторов. Вы видите его на своих экранах. Или поделиться историями в социальных сетях, отметив хэштегом «Лица победы страны». Все рассказы о жизни спортсменов, фронтовиков, тружеников тыла и детей войны войдут в альманах, который выпустят к 9 мая 2021 года. Жительница Барнаула переехала в столицу Чувашии и теперь делится своими впечатлениями о жизни в новом городе. Что ее удивило в Чебоксарах в нашем сюжете? Всем привет! Скоро ровно год, как мы переехали в Чебоксары, и я решила вспомнить, как это было, что меня удивило в Чебоксарах, когда мы сюда приехали, когда только начинали жить, знакомиться с этим городом, с людьми, и сегодня я вам об этом расскажу. Семья Останиных недавно отметила свою первую годовщину жизни в столице Чувашии. Глава семьи, Дмитрий, уже не раз посещал город по делам. Когда ему предложили здесь постоянную работу, сразу же решились на переезд. Свой блог на YouTube Дарья завела давно. Там она показывала видео про путешествия по Азии. А полтора месяца назад появилась идея рассказать подписчикам о новом месте жительства. Город сразу же удивил семью Останиных. Самое первое и запоминающееся – это отсутствие комаров.
Действительно, ни комаров, ни мошек в Сибири – это большая проблема, и нас там буквально съедают. А здесь мы ходили, гуляли, так здорово. Очень чистый город. Нет никакого смога, нет никаких выхлопов таких. И летом приятно пройтись, прогуляться. Остальное о Чебоксарах тогда добавит наш папа. Что первое бросается в глаза летом – это то, что очень много разной растительности. Вот. Как-то в Чувашии вот за этим следят, видимо. Вот. Отсутствие пробок. Вот. По сравнению с Сибирью, опять же, ну, если сравнивать, то очень мало машин. В настоящее время Дарья находится в декретном отпуске. У нее два мальчика – Степа и Лева. Они часто становятся героями маминых видео. Больше всего Дарья любит снимать местные достопримечательности. Ну, самое любимое – это, наверное, Красная площадь, где мы находимся, потому что недавно ее открыли. Мы в полном восторге от нее, сколько здесь делали много всего интересного. Еще нравится в парке Амазония гулять по выходным. Очень ждем, конечно, открытия всех аттракционов, чтобы детям уже было намного веселее. Поскорее бы сняли уже ограничения. И, конечно, будет намного интереснее гулять по выходным. На канал Дарьи подписаны почти 3500 подписчиков. Большинство из них – жители нашего города. Они активно оставляют отзывы под видео, рекомендуют новые интересные места, учат семейство чувашским словам. Мы стараемся снимать, конечно, все максимально честно, правдиво. И многим интересно видеть такой вот отзыв, что мы не видели Чебоксары. То есть мы видим все в первый раз. А некоторые люди уже давно, такой взгляд замыленный. Да. Вот. И поэтому говорят, как классно послушать про свой родной город. Он действительно очень хороший. Так блогер, теперь уже чебоксарский, расширил географические границы столицы республики. После ее видео подписчики точно захотят увидеть город на Волге. Анастасия Миловидова, Игорь Зверев, Республика. ПФО готовится к старту двух общественных проектов – молодежному форуму «Иволга» и фестивалю «Форм-арт». В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой форум «Иволга» в 2020 году пройдет в онлайн-формате с 24 по 28 августа. Ключевые направления виртуальных смен – «Наша победа», «Мой бизнес», «Наука и цифровые технологии» и «Территория для жизни». Грантовый фонд окружного конкурса проектов в этом году составит более 10 миллионов рублей. Фестиваль «Стрит-арт» формат «Арт» направлен на развитие уличного искусства. В рамках проекта в регионах округа появятся рисунки, граффити, раскрывающие борьбу общества с коронавирусом. Вклад медицинских работников и волонтеров в сохранение жизни и здоровья населения. Участники должны отправить заявки с работами на сайт проекта formartpfo.ru до 7 августа. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра.